Привет, ребята! Я закончила третий курс совместного бакалавриата в ШЭИ-РЭШ, и, наверное, я хочу рассказать, почему я пришла на эту программу, а более общий вопрос, почему экономика, что это вообще такое? Наверное, многие из вас готовились ко всерасу, к разным этапам, к олимпиадам, но что такое экономика на совместном бакалавриате, я поняла, наверное, впервые. Потому что это наука, это не просто какие-то задачи, это образ мышления. И тот образ мышления, который формируется на нашей программе, он шире, чем рамки одной науки. То есть, занимаясь экономикой, я занимаюсь разными проблемами. Чего хочет общество, чего хочет человек, какие выборы он совершает. И, наверное, это не только житейские навыки, но и понимание мира в целом, понимание картинки, понимание того, чем мы хотим заниматься, и какое-то формирование своего собственного рационального опыта, того, как мы себя ведем и, наверное, чего мы хотим добиться в жизни. Поэтому экономика гораздо шире, чем можете подумать. И занимаясь ей вкупе с остальными другими предметами, которые я брала на своей программе, например, история искусств, курсы по английскому языку, курсы по религии, это все сделало меня такой, какая я есть. И, наверное, поэтому совместная программа, я считаю, одной из лучших выборов, которые я совершила в жизни. Поэтому всем рекомендую и советую искать себя. И если вы найдете себя в экономике, то это будет очень круто. И, возможно, увидимся.